Сейчас Маша Ершова расскажет о своей семье. Это моя мама Нина. Хочу узнать, на кого ты меня променял. Это мамин муж Алекс. А ты вот говорил, я тебе ничего не дарил. А вот это кто тебе подарил? Это еще один муж дяди Слава. Через тысячи преград быть с вами вместе здесь, я рад. Это бывшие мужья просто. Это мой папа. Я его очень люблю. Его зовут Костя. Я, видимо, помешал. Столько мужей я бы сама не запомнила. Новый сериал Жоры Крыжовникова. Режиссера Горько, Ёлки и Звоните Ди Каприо. Все собрались? Или еще кого-то ждем?